потом он моя рыба сладкая. Чё не сфокусируешься? Внизу вот этот вот его, как она, шлейка называется. Короче, я с ней, в ней он гулял зимой. А сейчас вроде как, а в машине другая лежала, такая более прохладная, скажем так. Сейчас я эту оставлю в машине, потому что до машины я иду вот так вот. Не привязываю его, ничего. Но потом могу и с работы, и от машины с работы. Если поставлю машину близко, то тоже вот так он бегает. Но если я ставлю машину далеко, то я его привязываю, потому что машина там разная, все такое. В общем, в машине должна быть всегда вот эта вот штука и поводок. Поэтому вот сейчас у нас обмен происходит. Та, которая летняя, на зимнюю. У нас что же такая жарища с утра. У меня сегодня с утра придет англичанка, которая мне деньги всегда через пару дней приносит. Ой, не понимаю этого смысла. Ну ладно, раз ей так нравится. Она уже давно ходит, раз, наверное, где-то полгода милирование делает. И вот платит через пару дней. В чем прикол, не знаю. Но главное, что платит. Какой кот шикарный прошел. А у меня еще, смотрите, это я на правах. 10 лет назад тетя Монди, я даже в кадр не помещалась. Короче, Чарли кота увидел. Теперь у меня есть... В общем, у меня теперь есть и права, и разрешение. Потому что права у меня до 15 числа, а разрешение, по-моему, на 3 месяца. Так что права будут в сумке лежать, вернее, вот в таком чипизденчике. А в сумке будут лежать разрешения. Там бумажка такая, смотрите, это я. Мама дорогая. Посмотрим, какая вторая фотка, потому что вторую фотку мне... Фу, жарко так. Мне даже посмотреть не дали. Сфоткали и все, типа, идите. Жарко как, потище. Вот, типа, идите свободны. Ну, она мне 2 раза делала фотку, типа, ты слишком далеко, типа, поближе. А еще такой прикол, я вчера фотку делаю. Я говорю, без это... Без маски. Она говорит, да, в этом случае можно, ну, по приколу так говорит, в этом случае можно снять маску. Жарко как вообще. Так что вот так вот. Даже не знаю, что там за фотка, какая. Ну, должна быть красивая. Хотя, знаете, я права. По-моему, ни разу не доставала, никому не показывала за 10 лет. Поэтому, кто их смотрит, вот вы увидели. 26 градусов показывает. Потища. Что-то я пока работала, подумала, что хочу салат Цезарь с Лидла. А рядом с Лидлом есть такой магазин, Спасио Касса называется. По-моему, вчера в нем видела кружку-то свою. Ой, а здесь вот, смотрите, какие... трубочками уже вот такие. Слушайте, прям даже... Ой, вот бутылочка. Интересно, здесь даже больше всего. Вот видите, я всегда говорю, что иной раз даже не надо никуда ехать далеко, потому что все у тебя под боком находится. А куда я сейчас бегу-то? Расскажите мне. Вот. А потом в Лидл за салатиком и домой. Сейчас быстренько пробегусь. В общем, все-таки мне понравился тот вот стеклянный больше. И я скоро туда опять в Гранаду поеду. И куплю себе стеклянный. А эти какие-то крышки, знаете, вот как у банок с вареньем. Там забивается грязь. И все равно это все, мне кажется, там хоть как отмывай, что-то достается. Пойду за салатиком схожу. Чарли там замуровала, ему окна открыла. У меня не будет буквально максимум 10 минут. Вот. То ли я дурак, то ли что написано. Аранда на полкило 3,89. Ну вот это ведро. А здесь уже 5,39. Такое же ведро. Интересно, девки пляшут. А я, знаете, сейчас... Да... Да, спрашиваю, скажем так. Что это за разница? Почему такая разница? Черешня, почем у них тут? Ого, 4 евро килограмм. Недорого как.
Прикольненько. Еще вчера достала утюг, все, и не убрала это, потому что, ну, типа, надо гладить. Вот, потому что если уберу, мухи какие-то летают. Чарли на место тут. Он иногда тут лежит. Его место вот тут. Вот, если уберу, то не буду гладить. И вот стоит, мне это все глаза мозолит. Ну, жарко, и ничего делать вообще неохота. Тут достала рубахи мужа. В общем, надо это все гладить. Не знаю. А еще в планах убрать я уже все кроссовки. И, ну, в общем, такую весеннюю обувь, скажем так. Потому что кроссовки уже мы надевать не будем. На нас жара надвигается. Да. Вот, и тоже надо сделать. Но желания совершенно никакого нет. От слова совсем. Что ты залез? Скажи, мам, тут у меня место заняли. Да? Это вот все никак не прибьется, не пришьется. Это я вытряхивала одну ночь и вот так вот и оставила. А чуть все равно, смотрите, мусорит. Как он умудряется, в ума себе не приложу. Ты такой поросенок, мне Чарли меньше грязи доставляет, чем ты, да? Моя сладкая рыбка, любовь моя неземная. Глазки у него такие, видите? Ему не нравится, когда глазки трогают. Не нравится. Любовь моя неземная. Так что вот так вот, надо дела делать, а не хочется. Бывает у вас такая лень, матушка? Типа, смотри, как он маму любит. Как он маму любит, да. Да, маму любит. На ручки, на ручки. Иди на ручки. Ой, я целоваться хочу. Я целоваться хочу. Да, скажи, мам, целоваться хочу. Что ты не понимаешь, что ли? Да. У меня любовь такая неземная. Да, да. Ой, какой ласковый. Ласковый. Все, поцеловались. Наелась шерсти. Гулять идем сейчас поздно. 8 часов. Потому что невыносимая жара. Куда в жару я пойду-то? Вот. Обувь разобрала. Сейчас муж пришел. Я говорю, вон стоит эта доска. Гладильная гладь. Говорю, я обувь разобрала. Вот, он говорит, сейчас все поглажу. Ну, это, естественно, шутка, потому что, знаете, однажды я заметила, как он гладит. Не заметила, а видела. Это трындец. С одной стороны гладит, а с другой там все это приглаживает, скажем так. Я так ржала. Я смеялась, а еще гладила эту льняную рубашку. Она же ее надо аккуратно. Он с одной стороны, он, наверное, ее целую минут 40 гладил. И задолбался, говорит, в итоге надел ее все еще хуже, мятую. То есть раньше она была мятая от машинки стиральной. А как он ее погладил, то там вообще трындец. Я так смеялась. И он потом матюкался и говорил, надо покупать одежду, которую не гладишь. Нахрен мне эта рубаха? У меня были такие рубахи. А у него раньше, когда до этого, ну, была одежда такая, я потом все это выкинула и все купила по-новому. У меня раньше была такая одежда, ее не стираешь, и она глаженная. Вот, ее и даже гладить не надо. А это что такое? Я так смеялась. Ой. Поэтому я сейчас редко очень глажу. Действительно такая одежда, что ее, когда повесишь, она буквально уже глаженная. Поэтому не вижу смысла гладить. Вот. Ну, а эти вот, когда лежали, знаете, зимой долго лежали, то все равно приходится подглаживать. У меня была даже идея, может, говорю, простирнуть. Сейчас пойду в парк прогуляюсь так немножко. Вот уже на дальние маршруты не пойду. Вот. Блин. Два. Вот так это. Поближе. И уже думаю, что если таким темпом пойдет, ему что-то надо понюхать там, такая теплынь, то можно уже и на пляж идти. Так, люди ходят, надо маску надевать. Сегодня, кстати, вычитала. Я, знаете, не читаю никакой интернет, не смотрю передачи. У меня есть один сайт государственный, где я смотрю все вот новости, которые есть. Например,
27 числа у нас закрыты открытые границы для тех, кто привит два раза, 5 прививок. Ну, туда еще внесли это, китайскую. Вот. У кого есть ПЦР, вот этот вот тест, и кто проболел недавно, у кого есть антитела, могут заезжать в Испанию, кроме там Индии, Бразилии, еще Африки. Вот. И там, короче, написано, что, может быть, в конце июля, в июне на улице можно снимать, уже можно ходить без масок. Будем надеяться. И уже можно легально вот так ходить. А то, знаете, штрафуют, еще как штрафуют. Так что, это вот пока я тут иду по улицам, ничего-ничего. А как выйдешь куда-нибудь, надо надевать. Деньги-то лишними не бывают. С балкона увидела такой закат обалденный. Ну и, конечно же, решила с вами поделиться. А как иначе? Смотрите. У нас кто-то патриот живет. Супер-пуперный. Смотрите, какая красота. Розовый закат. Ну вот прям с этой стороны вообще супер, правда? Красота. Море такое даже не видно. С небом сливается. Видите? Даже не увидите где. На крыше дома моего. А здесь горы. На крыше дома моего. Понаблюдаем, кто там. Подглядывать за соседом не буду, потому что вдруг он там уже как-то, он меня и так уже скажет. Это уже следующий день. Это увлекательный был аттракцион. В общем, я вчера погуляла, пришла тудым-сюдым, и уже было поздно, и думаю, монтировать еще что-то там делать. Ну его нафиг. Привет, моя рыба. Иди поздоровайся. Иди, аки, аки, ментаки. Аки, аки, поздоровайся, аки. Аки не хочет. Хотя мы попрощаться включились, а не поздороваться. Вот, потому что день следующий. Вот, я говорю, ничего страшного. Утром встану. Утром встану, попрощаюсь с людьми и начну новый влог. Сейчас на работе смонтирую. Сегодня у нас среда. День спокойный. Всегда, когда снимаю часы, не пойму потом, на какую вот эту вот ее их надо застегивать. Мне то нравится, ему так на кровати елозить. Он там с папой позавтракал. Сейчас моя очередь. Вот, так что, друзья, вот так вот. Ну, влог выйдет как надо, как когда надо. Вовремя. И я пойду другой влог снимать. Видно, что я только проснулась. Вчера на ночь арбузик поела, как обычно. Сейчас. Надо же мне уже стричься. И поэтому глазки немножко опухшие. Ну, ничего страшного. Вот этот крем, кстати, Меркадо не брала. Он с витамином С и 50%, 50 вот эта вот защита от солнца. Мне он очень нравится. Он не такой, знаете, он на гелевый такой и не жирный. На лето самое оно.
Ну все, друзья. Всего вам самого лучшего. Я продолжаю новый влог. Подписывайтесь. И всем пока-пока, до завтра.